Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Египет находится между жизнью и смертью, а Ферхат и ослы прокладывают свой путь. После подготовленной операции Египет становится мишенью контрабандистов, с которыми работает Намык Эмирхан. На него нападают посреди улицы, его жизнь находится в опасности. Ферхат обезумеет от того, что брата ранили на его же глазах. Он не знает, как теперь быть. Он готовится отомстить за брата. С другой стороны, Ферхат начал думать об ослы и их ребенке. Он решает проложить новый путь с ослы. Суна, жена Египта, советует то же самое. Ферхат появляется перед Джунейдом, состоится долгожданная встреча. А насладиться очередной, а именно 26-й серией турецкого сериала «Черно-белая любовь» на русском языке вы сможете уже 16 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.